Еще раз снимаю специально для наших кинопродюсеров, так называемых. Потому что я 5 лет вам говорю, что у нас нет продюсера, вы мне расскажете, что они есть. Вот еще раз обед у французской группы. Внимание. Ну а теперь что нам сегодня на обед предлагают? Несо салатик сразу берем. Так. Селедка с картошкой. Селедка с картошкой. Водяры не хватает. Но мы не пьем на площадке. Да мы вообще не пьем. Тунец. Тунец. Опять знакомый вам инжир. Может кто-то хочет инжира с сыром, а? Вот такой бон аппетит во Франции. Вот так вот. Ой. Манифик. Вот такая вот наша очаровательная шеф-повар готовит каждый день. Ну и горячее покажу вам, ребята. Горячее, блядь. Нормально? Продюсеры меня слышат, видят продюсеры наши с кино. Внимательно смотрите, а? Ну и рыба, конечно, кто-то хочет рыбу. Ну и десерт. Малина, тортик, подливочка. Короче, еще раз, когда люди, сука, не воруют с кино денег, тогда и группа питается нормально. А мне за державу обидно очень. Всем приятного аппетита и хороших съемок.